Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Меня зовут Заяна, это канал о вязании Заяру. Сегодня у нас 8 декабря, и снимаю отчет для совместного проекта «Красивая салфетка». Организатор данного совместного проекта Татьяна Степановна Щукина, и ссылка на участниц будет ниже. У нас отчеты с 5 по 10 в любой день недели, любую дату, каждый месяц. Вступила я буквально совсем недавно, в конце прошлого месяца, сняла свой видео-вступление, видеоролик, и покажу вам свои наработки, что же я успела связать. Девочки, ну, сразу скажу, те планы, которые я изначально о чем говорила, я отклонилась от своих планов, очень сложно у меня удавалось эту скатерть, и покажу вам свои готовые работы, у меня одна готовая работа есть. Заявляла я пряжу 100% хлопок. Вот первое, то есть я хотела сначала вязать в две нити из двух моточков. Один моточек у меня в три нити, очень тоненькая пряжа. Мне не понравилось, получалось толсто очень. Затем я стала вязать из одного моточка и в работе использовала крючок 1,7. Я, конечно, прекрасно понимаю, что это будет долгоиграющая работа. Я отложила это на второй план. То есть я начну после Нового года эту скатерть. Сейчас нет, потому что процессов очень много. И я ее, во-первых, не закончу. Во-вторых, мне хочется... В последнее время вязать процессы крючком. Я устала уже от спиц. И очень долго смотрела на вот такую красивую бобиночку. Это пряжа Yarn Art Flowers. Номер цвета 273, 250 грамм, 1000 метров. Вот какой красивый градиент. Присылала мне эту пряжу Ирочка. Хотела я, конечно, себе маечку связать, но у меня вяжется скатерть. Схема у меня в телефоне, показать вам не могу, на каком этапе она, как вы видите, здесь связана, наверное, рядов 17 или 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19 ряд вяжу. Вот такая красота, нежность, нежнятина. Идею для вязания такой скатерти я подсмотрела. Вязали девочки в совместном проекте «Свяжем скатерть» с Ларисой Подлекаевой. И у меня давно закралась идея связать именно из такой пряжи. Может быть, в другом цвете, но коли у меня есть такой красивый моточек, такая красивая бобинка, буду вязать из этой. То есть то, что получится, вы уже увидите в следующем отчете. Мои продвижения. Только сейчас поставлю маркерочек. Вот, мои хорошие, я поставила маркер. И теперь будем смотреть продвижение. Эту скатерть я вяжу крючком 3,5. Хочу связать вот такую красоту. И из готовых работ у меня связалась салфетка. Ну, честно говоря, она получилась очень большая. Вот схема. Кому интересно, здесь 24 ряда, может быть, это должна была быть маленькая скатерть, не знаю, но у меня это салфетка. Вязала я из пряжи «Блестящее лето» от Пехорки, номер цвета у меня отсутствует. Это подаренная пряжа, остался у меня один моточек, решила применить. 380 метров в 100 граммах. 95% хлопок и 5% метанит. И вот что, все, что осталось у меня от моточка. То есть у меня был один моточек, и от первого моточка сколько все, что осталось. Хочу показать вам эту красоту. Ниточку я еще не обрезала, так как в 24 ряда я связала, и последний ряд уже обвязывала сама без схемы. Провязывала 3 столбика без накида, затем пико, 3 столбика без накида, и следующий столбик без накида провязывала вершину вот этих трех столбиков с одним накидом, с общей вершины, вот сюда провязывала четвертый. Ну и вот так вот край выглядит. А не обвязанный край смотрится, конечно, как бы как незаконченная работа. Вот такая красота, мои хорошие. Сейчас даже сантиметр возьму и измерю в диаметре. Она, конечно, у меня еще не постирана, но я ее отгладила. Утюжком прошлась. Ой, какая прелесть. Я такую салфетку уже вязала, но связала вот эти тюльпанчики и завершила. И тоже красиво смотрится. Прям супер.
Я ее подарила, у меня сейчас нет. У меня края вот эти очень нравятся. Ну, прям супер. Я бесподобная получилась работа. И диаметр данной салфетки. Диаметр салфетки 50 сантиметров. Ой, не получается мерить. Ну, вот 50. Вот здесь вот 50 сантиметров. Очень красивая получилась. Прям супер. Мне очень нравится. Вы знаете, для снятия видео, для фона отлично подойдет. Может, даже и на подарок. Я смотрю и изумляюсь, и умиляюсь, и вдохновляюсь такими красивыми работами. Вот, мои хорошие, одна готовая работа в этом совместном проекте. На сегодня все. Пока-пока. Увидимся в других роликах. А ссылка на участниц будет ниже в описании.